Когда-то у меня были прекрасные волосы. Когда-то я была молодой. О, да, молодой. Как бы я хотела снова стать молодой. О, да, как хорошо. Я тогда танцевала. Нет, подожди, это что, правда? Я снова стану молодой? Я? Нет, нет. Мама, мама. Начинается плавание. В этом лабиринте попробуй отыскать. Да. Подожди, я хочу помочь тебе. Я помогу тебе убежать отсюда, если ты пойдешь со мной. А не обманешь? Верь ему. Не верь ему. Пожалуйста, пойдем со мной. Ферзь может двигаться в любом направлении. Thank you.
О, им нужен мальчик. Нет, стой! Так нельзя! Эй, кто ты? Я заблудился здесь! Пожалуйста, я заблудился здесь! Кто ты? Откуда ты взялся? Стой, стой! Я знаю, кто ты! Я знаю, кто ты! Ты седьмой гость! Я решил... Теперь я понял! О, прости, я все понял! Мистер, я тут ни при чем! Я здесь случайно! Случайно? Ах, нет! Мне надо идти! Нет! Постой! Постой, не уходи! Нет! Нет! Не уходи! Нет! На втором этаже дома я обнаружил призраки людей. А я никого не видела, за исключением вас, мистер Брайан. Но вы не были похожи на призрак. А я видела кровь. Ну, конечно. Я не знаю точно, но попытаюсь объяснить эти явления. Не надо говорить о том, что вы не знаете. Да хватит вам. Я считаю, сейчас не время спорить. Я думаю, нам пора разойтись. Стойте! Стойте! Мы должны помогать друг другу, играть одной командой. А-а. Малыш захотел домой. Это игра. Правила известны всем. Это игра. Каждый играет сам за себя. И для себя. Сумасшедший Став следит за нами, управляет нами. Он заставляет нас играть в эту игру, находить ответы на загадки. Только Став знает ответы.
О, мне не тя... Играть-то хорошо. Да. Ну ты и без... Какая цепь? Она не по силам даже Гудини! А, может быть, в этом секрет силы Стаффа? Да! Ого! Что за шум? Да! Гамильтон,